Всем привет. Всем привет. У нас это дебют. У нас первая в жизни посылка. Вообще самая первая. Мы никогда не открывали посылок. Кто нам прислал посылку? Трижды мама. Надюша, привет. Спасибо большое. В общем, мы договорились обменяться магнитиками. Но когда я несла эту коробочку домой, я уже поняла, что там не только магнитик. Так что за нами должок. Должок за нами. Да, Васюш? Да. В общем, наверное, уже после праздников. А сейчас дебют. Так, они мне обещали, ругаться не будут. И будут соблюдать очередность. Уж как они ее будут соблюдать, я не знаю. Ну что, приступайте. Приступайте. Что там у вас? Во! Да говори, что? Конфетки тут. Конфетки. Ну, складывай, чтобы не мешали. Вот это шоколадки. Шоколадки. В общем, как раз на Новый год у нас получается. Киндер нам. Три киндера. Один вот такой. Другой вот такой. И последний вот такой. Такой же. В общем, по цветам выдержано. Две девочки, один мальчик. Да, Васюш? Мне розовый. Я показываю. Жан у нас красный цвет любит, Жан? Да. Так, Его что-то там достал. А что это такое? Это шоколадка. Это шоколадка. Шоколадка? Огромная. Вы уверены, что это шоколадка? Да. Там есть шоколадка. А нет, это не шоколадка. А что это? Не знаю. Катись сюда. А может, Егор посмотрит, что это? Сейчас. А ты из кадра куда убежал? Жук, давай поближе. Я все переживаю. Вдруг они у меня поругаются. Я уже давно поняла, что это. А что это? Это зонт. 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 Зимой зонт. Ага. Здорово. От дождя. Можно... Нет уж, Егор, давай открывай, смотреть, что там. Полностью посмотрим. Интрига. А, это коврик. Это календарь. Это календарь. А, это сувенир. На новый 2020 год. Сувенир-календарь на стенный сына в камушке. Китай. Чья там следующая-то очередь? Давай, скатывай. Вот такие конфетки. Вот такие конфетки. Их несколько здесь. Угу. А сколько штук Жанна насчитала? Пять. Пять штук. Такие две одинаковых шоколадки. Угу. Четыре шоколадки. Так, мам, а как это заворачивать? Я потом сверну, Егор, положи на диванчике. Так, теперь я. Магнитики. Это вот самое главное, что, да? Ух ты, их сразу несколько. Их три штуки. Угу. Вот это. Егор, вот... Так, вертикально поставь, чтобы мне можно было снять это. Какие магнитики. Ну и пальчиками загородил все. И вверх ногами держишь. Давай по одному. Это мышонок. Бутылкой. С шампанским. Это вот. Это город. Где проживают... Надя и ее большая семья. А вот это цветы. Букет цветов.
Товарищи, не судите строго, если что-то не видно. Конфетки с Дедом Морозом нарисованы сверху. Это наша первая съемка. Плюс мы еще снимаем пока без камеры на телефон. 5 штук Мишка Барни. Но мы грозимся все что-то купить. Еще одни конфеты. Еще конфеты. 2 штуки. Ну что, приятно получать подарки? Да. Посылки. В общем, это наша первая в жизни посылка. Ну, это упаковочная бумажка сверху, чтобы красиво было. Снегири. Я помню. Ее не надо выбрасывать. А мы ее для поделок используем, да? Мы же рукастые. Мы же все что-то делаем. Ну что, зайцы? Спасибо. Нужно сказать. Спасибо, канал «Трижды мама». Ого, какая она. А Егору со Снежаной некогда. Давай. Вы уж извиняйте, пожалуйста, да, Снежан? Спасибо, ты не хочешь сказать? Спасибо. Спасибо. Егор? Спасибо. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч.